Добро пожаловать, дорогие зрители, с вами Кот, и сегодня мы с тобой сыграем в игру «Симулятор полета». Так, давай взлетаем, у-ху! Так, шикарненько. Так, значит, мы летаем каким-то человеком в виде дерева, ну, он такой деревянный чувачок, и значит, что ж, мы тут летаем каким-то образом, тут управление вообще очень непонятное. Так, ох ты, ё-моё, так, ох, шикардозно, так, ах! Черт, немножко разбились. Ну да ладно. Так, значит, мы должны как-то пролетать сквозь, наверное, какие-то непонятные делишки. Так, вот я вижу там пещерка. Давай-ка в нее попробуем сейчас залететь. Так, 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 так. Давай, держи, держи. А, ты, ё-моё. Так, почти, почти получилось. Так, значит, игрушку я нашел на просторах Стима довольно-таки. Цена у нее приемлемая и вполне себе... По скриншотам мне показалось очень веселой, и реально я не ошибся, она реально веселая. Блин, опять взлетай, тут взлетай, ну что такое? Стой, подожди, давай вот туда. Вот туда, я вижу пещерку, давай сейчас пролетим аккуратно. Только аккуратно, аккуратно лети. Так, значит, управление очень сложное. Так, и мы, короче, снова разбиваемся. Так, я что, так и не пролечу, что ли? Давай, короче, это летим. Так, воу, 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 воу. Тихо, 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 спокойно. Есть. Хорошо. Так, вот вижу, вот только мне нужно разобраться немножко с управлением. Я не совсем понимаю, наш главный герой, вот этот деревянный чувачок, очень хорошо прям пикирует вниз каким-то образом. Так, тихо, 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 не разбейся, родное сердце. Так, давай, летим куда-то вниз. Смотри, новая скорость. Так, шикарно. У-у-у, куда-то летим. Вау, офигеть, что это такое? Что это? Мы попали куда-то в новый мир. Так. Стой. Тут какое-то прям, не знаю, чем-то Майнкрафт напоминает. Правда, вот эти такие делишки. Так, что это такие за какие-то... Вау, шикарно, просто шикарно. Так, что это за странные какие-то непонятные сгустки какого-то... фиолетового кубического облака. Так, короче, летим вниз. Давай сейчас немножко пролетим вниз. Так, постараемся сейчас. Так, давай. У-ху! Так, пикируем вниз. Так, и попадаем еще один мир. Так, вот я прям вижу. Давай, давай вот туда, вот сейчас. Главный герой нацелится, и мы пролетим сквозь вот эту прекрасную дыру. Давай. У-ху! Шикарно. Так, летим. Вау, 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 ну я просто офигею, ну, шикарная, так, шикарная тема. Так, давай пролетаем еще мир, офигеть. Так, 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 спокойно, тут уже довольно-таки мы близко подлетели к камням. Так, так, давай аккуратненько, аккуратненько вообще. Блин, меня прикалывает главный герой, ты посмотри, какой он деревянный, либо каменный, я не знаю, нет, скорее всего, деревянный. Вот эти его крылья в виде каких-то двух щитов. Блин, реально смешные. Так, летим. Так, стой. Блин, реально экстремальный. В смысле? В смысле ты разбил? Я не думал, что я разобьюсь. Так, стой, подожди. А, мы, значит, в этом мире находимся. Так, ну, стой, ё-моё. Так, летим. Ту-ту-ру-тум, тум-ту-рум. Так, опа, воу, блин, почти, почти, ну это какой-то портал нам написали, стой, а, порталы это вот эти фиолетовые сгустки, ну давай сейчас попробуем тогда туда, оп, да ё-моё, ты какой-то сейчас неуклюжий стал, так, 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 оп, да ё-моё, а вот если бы не этот камень, я бы пролетел, стой, я хочу реально пролететь сквозь эту странную, да вот, блин, ты идиот, что ли, так, давай, короче, летим, летим, летим. Ох ты какой, ах какой, ах какой, черт подери, экстремальный. Так, давай, давай, давай. Стой, 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 оп, 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 о, хорошо. Так, ты посмотри, мы очки зарабатываем таким способом. Так, 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 воу, 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 да куда ты так запикировал? Ты, блин, я все путаю управление. Кстати, а ВСД, можно ВСД, все, я знаешь, какими, вот этими стрелочками, которые вправо, вверх, короче, это... старинным управлением, которое находится как раз вот у правой руки. Так, ладно.
летим очень аккуратненько. Так, смотри, смотри. Вау, вау. Тохоу! Блин, нет. Экстрим не удался. Так, стой, подожди. У нас тут что-то есть. Карты, стой, подожди, давай. А, у нас... Ага, то есть... Понятненько, понятненько. Так, ладно. То есть наш еще главный герой может разбиться от сильного полета. Ну, вот как это произошло с нами вот пару минут назад, когда мы пытались набрать супер-мега скорость, но у нас не вышло. По идее, нас просто ветер сдул на части, просто по частичкам. Так, вау, 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 вау. Ну ты просто экстремальный чел. Так, ладно, давай летим вниз. Сейчас попадем еще в какой-нибудь мир. Вау, шикарная, шикарная тема, блин. Так, тут, кстати, а как мы... Вау, ну тут прям скалы одни. Так. Оп. Ах ты, ё-моё. Ну я почти пролетел. Тут уже какая-то очень скалистая местность. Скорее всего, она прям по всему периметру. Так. Нет, блин, не получается. Так, хотя может сейчас вот сбоку получится. Так, давай. У-ху, шикарно. Так, летим. Давай, набираем скорость. Набирай. Нет, не хочет набирать скорость. Так, стой, вот это, что там сгусток вот этот? Давай сейчас в него. Блин, не получилось. Стой. Подожди, подожди, подожди. Интересненько. Куда же мы сможем сейчас залететь? Так, вот. Тут есть какие-нибудь еще пещеры? Блин, я найду пещеры. Хотя нет, тут мало очень каких-то... Тут очень узкие проемы, в которых прям жутко сложно летать. Так, стой. Давай. Ну вообще, игра очень интересная, я тебе скажу. Вообще просто классная. Так, у-у-у, летим. Летим. Блин, но нет. Нет, ну я нашел там какой-то проход, значит, мы можем сквозь него пролететь, как бы. Я так понял. Так. Наш человек. Супер-мега-экстремал. Блин, нет. Не супер-мега-экстремал, но сейчас будет. Сейчас будет супер-мега-экстремальным. Так. Вау, 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 вау. Давай. Стой, стой, не врежься ты так. Не врежься ты так прям вообще. Ах ты, ё-моё. Так, давай, 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 да куда ты? Стой, блин, разбился. То есть, ну, представляешь, какая-то мощная скорость, что нам просто достаточно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо, 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 вау. Жух. У-ху, я не знаю, ну вот, ребят, это чистый симулятор полета, как бы тут ничего такого особого нет, как бы набираем очки и летаем. По идее, вот, если вот кто мечтал вот полетать, как во сне, вот, например, вот так, вау, там, о, ты посмотри, что-то новенькое. Так, стой, взлетаем, мне интересно разглядеть, что там наверху, какая-то оранжевая штука, хотя фиг его знает. Так, давай, вау. Он, видишь, он как-то... Тихо, 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 не разбейся, не разбейся. Ты очень прям вообще рисковый. Так, спокойно, ты хочешь в пещеру? Нет. Лучше нам не нужен в пещеру, давай. Во. Так, стой. Взлетаем на взлет. Так, есть. Вау. Ты посмотри, мы как держимся. Хорошо, пока нам везет. Ну, по идее, смотри, наверх мы не можем подняться. То есть тут порывы ветра прям такие жесткие. Так, о, еще новый мир. Еще новый мир. Так. Да, вот этого мира я не припомню. Или он уже был, фиг его знает. Так, шикарно. Вау, вообще, блин, ну просто я угораю. Ну, да посмотри, как он летает. Он реально очень смешно летает. Так. Оп, давай, взлетай на взлет. Жжом, ты наш рисковый чел, давай. Вот так, вот так. Новая скорость. Есть, побили рекорд. Так, спокойно, я пока... Вау, тихо, аккуратно, аккуратненько, аккуратненько. Так, проникаем еще в новый мир. Так, здесь какая-то... Вот эта штука, давай-ка в нее. Давай, вот так. Есть. Хорошо. Так, давай, вау, пилотируем прям жестко. Я не знаю, сколько я так смогу продержаться, но... Блин, пока нас, наверное, вот ветер не раздавит, ну, в плане того, что на куски не разорвет, мы будем летать. По идее, смотри, если мы наберем сейчас мега большую скорость, если получится каким-нибудь образом. Вау, 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 тихо, тихо, тихо. Ох, ты рисковый парень. Ну, вот как-то так. Значит, наша скорость
2295, как-то так, вот 757 комбо, ничего себе, это прям жестко. Ну вот, ребят, сегодня у нас вот такая игра под названием Superfly была на канале. Значит, это симулятор полета, довольно-таки очень крутой. Если что, продолжим в следующей серии, посмотрим новые миры и так далее. На этом все, подписывайтесь на канал, для этих видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот, всем удачи и всем пока-пока.